граждане, ваша акция не согласована с органами исполнительной власти. Желающие подать Ленка, дом 23. Все предложения... Но смотреть на то, во что превращается наша страна, я не могу. Нас сейчас ненавидит весь мир только из-за этого, простите, упыря. Ведь Путин – это война. Без войны он не удержится у власти. Путин – это воровство сплошное, это коррупция. Я написал в письме: хватит Путин врать, воровать, воевать. Я в начале, несколько лет назад, была за Путина. Он был моим кумиром. Ну вот, ради интереса, я вышел 6 мая 2012 года, а меня, я просто стою удивленная. Проходит ОМОНовец, как дал мне кулаком, прям вот от сердца. Я аж задохнулась. И вот после этого я стала принимать активное участие в этих массовых мероприятиях.